А перед началом этого видеоролика хочу посоветовать свою группу по продаже робоксов. Здесь вы можете быть уверенными, то, что вас не кинут. Также тут выгодный курс и большие скидки постоянным покупателям. Переходите по ссылочкам в описании и пишите в ЛС группы. Всем привет! Сегодня я вам покажу крутой скрипт для Bubblegum Simulator. А для этого нам, как всегда, потребуется чит. Он у меня уже скачан. Также ссылочка на него будет в описании. А, и также, кстати, в новой версии убрали ключ. То есть теперь можно заходить без ключа. В принципе, очень удобно сделали. Вот. А, значит, скрипт у нас находится вот здесь, в этой вкладочке. Скрипт. Нажимаем сюда. И ищем вот Bubblegum. Нажимаем. А, заинжектиться нужно, я забыл. Так, нажимаем инжект. Все, сейчас он заинжектится. Инжектится, кстати, он автоматически. Вам даже ничего не нужно делать. Не скачивать никакое приложение. Так, все, заходим сюда и нажимаем Bubblegum. Все отлично. Вот он, скрипт появился. Но единственное, что тут только 4 функции получается. Даже можно сказать 3. Довольно мало, но в принципе я думаю, они самые основные, самые полезные. А, так, давайте начнем с первой. Это автофарм Bubble, то есть жвачки. То есть он автоматически будет надувать жвачку. Ну, как видите, в принципе, все работает. Так. У нас продажа X2 вроде бы вот в этом портале. Давайте глянем. Да, все отлично. Так, у меня уже 3 ляма. Давайте продаем. И как видите, все продалось. Отлично. Все работает. Так, значит, следующая функция у нас идет Farming Drops Ready. Смотрите, получается, вот здесь нужно написать радиус, какой вы хотите. Допустим, давайте напишем 1000. После этого, как вы написали радиус фарма, нажимаем Farm Drops. И как видите, он автоматически тпхается и собирает, получается, гемы. Ну и монетки тоже, в принципе. Что ему попадется на пути, то он и будет собирать. В принципе, довольно неплохо. Я вот думаю, получается, когда выходит новый остров, обычно нужно же всегда сначала немного пофармить, получается, новую валюту, самому побегать, пособирать. Вот. И, в принципе, я думаю, вот эта функция будет полезна, когда будет выходить новый остров. То есть, как только новый остров вышел, вы бежите туда, включаете вот этот фарм и зарабатываете очень много новой валюты. В принципе, довольно, я думаю, выгодная схема. Так, давайте отключим. Так, давайте сделаем ресет, чтобы оказаться на спавне. И сейчас я вам покажу, как можно автоматически открывать яйца. Значит, смотрите. Есть вот такая функция. Вот я ее включил, как видите, она не работает. Но чтобы она работала, нужно подойти к самому яйцу прям впритык. Вот я подошел, нажимаем. Оп. Как видите, все работает. И он автоматически сам открывает яйца. И довольно, кстати, быстро. Потому что я думаю, если бы вы сами без автора открытия открывали, у вас бы намного дольше открывалось. Но вот как видите, с автооткрытием намного быстрее открывается, чем вы открывали без. Ну, в принципе, у меня на этом все. С вами был, как всегда, Acebun. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.